Как тебе, Марин? Понравилось. Как тебе здесь вообще у нас? Круто. Круто? Да, я еще хочу. Ну, смотри, я сейчас быстро объясню, что будет происходить завтра. Во-первых, завтра у нас стартует вот такая пятничная история под названием «Сладкий октябрь». Это значит, что с вами по пятницам весь этот месяц Антон Богданов и Яна Басос. Они организуют систему голосования за народных ведущих, и она будет проходить посредством телефона. Завтра мы, кстати, узнаем, кто из вас стал лучшим на этой неделе. И это будут решать наши телезрители. Он будет только один. Господи, голосуйте, да. Пожалуйста. А у тебя есть прямо сейчас возможность пожелать хорошего дня нашим телезрителям? Вот прямо очень-очень-очень хорошего дня. Пусть все получится, пусть все будет хорошо. Кто за меня голосует, тот молодец. Да будет так. У нас все. Всем пока, всем удачи.